Екатеринбург, Челябинск. Встречаем! Так, вот это, да? А ты подтяни его. Как нам, у этих двух стоять? Да, 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 у этих двух. Вот у этих двух. Так, мы на особом положении. Будем петь полчаса. Минимум. Да, нам, да, чтобы басик был, чтобы громко, да, все было, да. Так, раз, два, ага. Ну, с голосом сейчас разберемся. Один, два, раз. Братцы, мы же всю жизнь сознательно ездили на Мастрюки, и вот получается, что вот 2 года назад начали ездить на Федоровку, ну там по каким-то не очень серьезным, может быть, обстоятельствам. Но дело не в этом. Дело в том, что мы не были на Кольском, мы много раз были у вас, но мы не были на Кольском вот с того момента, когда Сергей Деливорович ушел. И поверьте, что сейчас вот мы первый раз за 3 года приехали на Мастрюки и вот сюда к вам пришли. И очень хочется сказать следующее. Видно, что проект развивается. Спасибо вам большое, что все это есть. И приводите сюда друзей побольше, приезжайте с детьми. Хотелось бы, чтобы Кольский бугорок, ну, всегда был, ну, во всяком случае, пока мы живы. Спасибо вам. Ну что, наверное, с тех песен с ранних, может быть, немножко начнем, которые Каплаша любили. А погромче гитарку. Да, Славина, можно чуть-чуть. У нас просто, да, вот эта вот опора, да, чтобы... А я потом начну... Так напрягаться, рвать струны и фальшивить. Можно еще немножечко. До дома 7 минут. У самой воды торговые ряды, где семечки старушки продают. Теперь чуть вперед, направо поворот, как мотылек лечу на огонек. Устав быть шутом на празднике чужом, моим скитанием явно вышел срок. Посмотри, где-то я, тот, который не звонил и не писал, но видит Бог, что не искал. Роскошных путей просто мне всегда милей было слушать стук колес, а не как гудит в квартире пылесос. Смог когда-то на уютное житье. Да что там говорить, что говорить, жалеть или корить кого-то, коль упущено свое. Милая, обнимишь скорее меня, если не пугает захудалый вид или не кстати мой визит. Так ты не греши, все как есть мне расскажи. Может статься, что и зря я приехал в эти тихие края. А ты все молчишь и пальцы теребишь, отводишь свои карие глаза. И в этот самый миг раздался детский крик, к падению приготовилась слеза. Мир
ничего вернуть нельзя. Ты прости за неожиданную боль и от гостей меня уволь. Пожалуй, пора, значит, видно, не судьба. В спину дунул ветерок. Эх, ветерок, дай на прощание гудок. Спасибо. Я, извиняюсь, вот чуть-чуть вот все-таки, да, басочку или... Да, как-то. И... А верх немножечко снимем. Она такая гремучая, мне как бы такая острая не нужна мне. То есть вся острота у Григорьева. Я человек мягкий. Ага, ага, да-да-да. Хорошо. Ой, слушайте, хорошо-то как. Ну, надо еще чего-то такого, вот еще тоже древнего. Но это не очень древнее. Вот сейчас, в 90-м году, я первый раз приехал на Грушинский фестиваль и стал сразу лауреатом с этой песней. Причем тогда, знаете, ну, решили вот концерт на горе открывать вот этой песней. То есть я первый раз на фестиваль приехал, сразу, значит, стал лауреатом, и концерт еще открыл. Я вышел, когда это там вот это все... Один мой знакомый говорит про такие ощущения, он говорит, что это выше половых, да. Но как же нам с тобой, дружище, теперь отвыкнуть от скитаний, привыкать к домашней пище, перестать быть дураками, как зовут нас домочадцы, и дел по горло, а годы мчатся, и для чего, не знаем сами, идем по жизни с рюкзаками. Покоя нам нету, нам шум поездов подскажет сюжеты для будущих снов. С годами врастают нас эти пути и благословляют нас дальше идти. Ни за грибами, ни на дачу, ни на машине, и ни к морю, берем с собой сестру удачу. И дела нет до категории, что разделяют все маршруты по километрам и минутам. Мы, вырываясь из уюта, смеемся, видно, черт попутал. Покоя нам нету, нам шум поездов подскажет сюжеты для будущих снов. С годами врастают нас эти пути и благословляют нас дальше идти. Привет, родне, идем не близко, но опыт есть, и слову верим, мы не застолим в доме чистом, пропой опасный, дружбу мерим, не дожидаясь покаяния, берем на память расстояние, развилки, просеки и дюны, и день, когда был друг угрюмый. Покоя нам нету, нам шум поездов подскажет сюжеты для будущих снов. Бродяги земные, шесть струн под рукой, и нам не впервые возвращаться домой. И не понять, как это может всю жизнь манить к себе дорога. Но что-то сверлит, что-то гложет, и я опять сойду с порога. В горах мы все слегка поэты, их серые дымки, силуэты. Нам карту жизни нарисую, и значит, мы не зря рискуем. Да-да-да-да-да, да-да-да-да-да, да-да-да-да-да.
Ну, сейчас, да, надо все-таки уже петь что-то более современное. Количество мест в новой ноевой лодке не безгранично, стесняться не надо бы слез. Мое, мне кажется, это мое. Мыкаться, верить и все же пытаться успеть. Мое, чувствую, это мое. Долго молчать, но сегодня вам все-таки спеть. Отдых сомнительный, вдруг оказаться на койке в районной больнице. После сирен и пальбы откровенно хотеть тишины. Видеть в окно незнакомых, но жаждущих кровью делиться. Плачем своим ощущением новой войны. Мое, слова начинаются с ее. Отдельные части несут молодых организмов. Мое, я тоже пошел бы в наем в злую контору, чтоб прекратить этот бизнес. Но есть оправдание, Господь забирает тех, кто может быть с ним. Лукавому тоже всегда не хватает, и в этом библейский экстрим. Мы с вами остались, мы толком не дрались, со злом у себя внутри. Работа души не всегда ее крик. В поисках родственных душ мы готовы залезть в глубину интернета. Ты, получив мое мыло, в ответ написала «Окей». Мы созвонились, смеялись, полночи трепались про это. Завтра мы встретимся, really, ресеники. Мое, пахнет весной белье. То, что застелено мне на сегодня невестой. Мое, ты знаешь, мы будем вдвоем. Порознь нам невозможно, мы выживем вместе. Нельзя сосноваться со мной, это было хранитель мой улетел. Крыльев его меня зазнобило, я чувствовал, что умирал. Но здесь я проснулся, мой ангел вернулся, спросил, залетев в жилье. Теперь ты понял, что здесь на земле твое. Мое, твердо стоять на своем. Но место оставить в себе для любви и прощения. Мое, не хвастаться длинным рублем, других не судить, не зависеть от подношений. Мое, мне кажется, это мое. Мыкаться, верить и все же пытаться успеть. Мое, я чувствую, это мое. Долго молчать, но сегодня вам все-таки спеть. Долго молчать, но сегодня вам все-таки спеть. Долго молчать, но сегодня вам все-таки спеть. А, вот это...
это сладкое слово мое действительно очень красивое, да. Значит, дело в том, значит, я сейчас маленькой конференцией поработаю. Дело в том, что вот ребята, Слава Ковалев и Сережа Григорьев, приехали всего на один вечер и одну ночь, и завтра уезжают на Федоровку, вы уже поняли, да? Дело в том, что Серега-то пристроен, он с женой здесь. А Вячеслав Анукович Ковалев, он почти холостой, и у него даже нет ночлега. Поэтому вдруг кто-то хочет сегодня ночью сказать «моё», почувствовав теплый бок Славы Ковалева. Ребята, не стесняйтесь, можно прям ко мне подойти, я со Славой вас познакомлю. Нет, я серьезно говорю, Славе не негде спать, поэтому вдруг сердобольная какая-то одинокая, совершенно романтичная девушка. Вдруг... Вы задумались, да? Все, продолжаем. То есть вот это вот сейчас все снимаем, тут же выкладываем ВКонтакт и звоним моей жене, посмотри, выложили новый запись. То есть такой план, да, Сафон? Знаете, Серега, в смысле Сергей Долеворович, он же был мой сосед. Вот квартира, в которой он жил, в Питере, на улице Тамбасова, а у меня ветеранов 144. Ну, в одной остановке друг от друга. Вот. Другое дело, что он почти не жил там. То есть мы как-то вот считали, что был такой период, это еще до того, как он там в Израиль там уезжал, потом в Симферополь. И мы считали, где-то 2 месяца он проводил в Питере. И причем большинство из этих дней в больнице. Вот, там с ногами. И я вот сейчас спою песню, немножко странную для питерского автора, потому что она называется «Хранители Москвы». Но там такие космополитические какие-то вещи. И мне кажется, что уместно было бы вот сейчас как-то вот мы будем ее петь и про Серегу вспомним. Тем более, опять же, лично ему она очень нравилась. Одинокий и неброский, я вхожу в вокзал московский, чтобы уснуть на верхней полке, а позавтракать в Москве. У друзей своих дрожайших, с кем в общении нету фальши, и нет помыслов коварных ни в сердцах, ни в голове. Москвичи мои из Пскова, из Самары, из Ростова, из Челябинска, Кургана, из Москвы. Мне так светил этот город, он мне вами очень дорог. Замечательно, что вместе он и вы. Белокаменное сердце, металлическая дверца от российских бесконечных, необузданных широт. Здесь дорога кольцевая, как рулетка, поиграем. Может, выпадет нам счастье и надеется народ. Моряки Калининграда, беженцы из Ленинграда, иммигранты из Одессы и Керчи. Мы немало лет знакомы, я в гостях у вас, как дома, мои милые, родные москвичи. Повелось давно на свете, кто главней, тот и в ответе, чтобы жизнь продолжалась и не съехала в кювет. Нам нужна вода живая, и всей душой переживая, вам родные пишут письма и звонят, и шлют привет. Из Смоленска, и Казань, из Сургута, и Рязань, из Воронежа, из Риги, из Уфы. Опаленные Норд-Остом, вы не жители, а просто Богом званые хранители Москвы. Говорили мне, не майся, мы поможем, оставайся. И признаться, я сегодня сам не знаю, почему. От любви концертных залов уезжаю с 3 вокзалов, чтобы вновь сюда примчаться, в многоликую Москву. К вам надежные ребята, остроумные
девчата из Норильск, из Калуги, из Москвы. Я, наверное, против правил свое сердце вам оставил. Благодарность от себя и от него. Ну что, где-то на две песни, да, у нас время? Мы вам уже палатку нашли. И не только. Так слушайте, Москва, мы же только что про вас спели. Да где же вы? Мы плакали, что мы плакали. Мы плакали, плакали. Обратно, Москва. Мы плакали, Поскорей подоехала к кайф ломать. Слава, мы с тобой гоняемся целый день вообще. Пожалей нас. Ну, мы можем только пожалеть вас, исполнив песню, при написании которой ни одна женщина, ни один мужчина не пострадает. Это «Порошок». Разорванные снимки ждут свои вторые половинки стать. Хотят одним, думая о крови и о пище, люди все равно друг друга ищут так. Проходят дни. Кто-то аутсайдер, кто-то лидер, главное, чтоб вовремя увидел блеск в чьих-то глаза. В этой гонке встречи есть награда. Если повезло, то и не надо жать на тормоза. Резон в том, что кончается сезон, и это следует учесть, чтоб не мешать любовь и честь. И впредь менять не золото на медь, а злость и битое стекло на откровенье и тепло. Ты теперь мне как парашют, падай, я все равно тебя удержу. Рядом мне не важно окружение, чья-то кухня или дворец. Все вокруг предстанет в иной краске, серый город станет цветной сказкой, и сольются эти ноты в музыку для наших сердец. Холодно на вид, весьма игриво, на лицо изысканно, красиво, ложь, как манекен. Если только правдой притвориться, сразу как-то плохо ночью спится. Врозь ты вдалеке, прости, если можешь, отпусти непонимание, грехи. Они коварны и легки, и пусть неразделенной будет грусть, незавершенная глава, и только честными слова. Ими надо бы дорожить в песне, даже если нам и не жить вместе. Счастье вечным не бывает, но еще не пройден маршрут, где никто ни разу пока не был. Будем обнимать облака в небе. Я лечу, и мне не страшно. Ты теперь мне как парашют. В прошлом, может, что-то и бездарно, но сейчас мы очень благодарны всем, кто с нами был. Стали обещания дороже, понимаем, что у нас, похоже, нет другой судьбы. Резон в том, что конечно.
кончается сезон. И это следует учесть, чтоб не мешать любовь и честь. И пусть неразделенной будет грусть, незавершенная глава и только честными слова. Ты теперь мне как парашют падай, я все равно тебя удержу. Рядом мне не важно окружение, чья-то кухня или дворец. Все вокруг предстанет в иной краске, серый город станет сухой сказкой. И сольются эти ноты в музыку для наших сердец. И не надо бы дорожить песню, даже если нам не жить вместе. Счастье вечным не бывает, но еще не пройден маршрут, где никто ни разу пока не был. Будем обнимать облака в небе, я лечу, и мне не страшно. Ты теперь мне как парашют, ты теперь мне как парашют. Я все равно тебя удержу. В общем, все, на ту песню осталось. Нет, подождите, давайте с руководством. Где Санечка? Две, да? Три. Санечка, я тебя умоляю. Я не вижу, я тебя да. Значит, тогда... Тогда, да, споем по трассе и... Ну, по крайней. А сейчас разрешите, пожалуйста, мы споем песню «Взрослее человек». Она такая вот очень, ну, как сказать, относительно недавняя, но уже важное такое место в творчестве у нас заняла. И раз уж мы как-то вот, не знаю, немножко Сережи вспоминаем, то, наверное, знаете, по большому счету, наверное, за Серегу можно и не переживать. Не, ну как, молиться надо, конечно, но такой был добрый человек. И что... Наверное, с ним все в порядке там. Дай Бог нам всем успеть повзрослеть. Взрослеет человек. Замаливать, как грех.
тем, кто выбился в тираж, придет налог с продаж в процентах от обмана. Ведь восхищаться всякий раз не стоит на показ и для кармана, но звон заслуженных фанфар, как свет от дальних фар, мешает разобраться, что ждет нас там, на вираже. Но знание уже нам должно брать самим. Вот так взрослеет человек, его дрожанье век, как признак осознания того, что в жизни у него важней нет ничего, чем покаяние. И есть смирение и честь нести благую весть, что совесть не проесть. И если не по ней случается успех, его всего вернее замаливать, как грех. Сергей Григорьев, гитарист, аранжировщик, город Челябинск. Вячеслав Ковалев, автор-исполнитель песен, город Санкт-Петербург. Простите, с дороги немножко не разыграны. Да супер! Отлично! Братцы, значит, у нас еще выступление. Вот, ну, а знаете, как приятно, и все таки мы приехали, и у нас. В общем, на Междуречье еще. Вот. Да. Вот. Поэтому сейчас еще крайнюю песенку споем. Диски, если ни у кого нет, то сделайте так, чтобы они у вас были. Значит, у нас наши каждые, ну, все дороги, они начинаются с какой-то буквы. Там М – это федеральные, Е – европейские. Вот А – это дороги регионального значения. Обычно так, по таким дорогам едешь из аэропорта вот в город, в который прилетел. Вот мы так с Серегой живем. Подъезжаем к ДК, настраиваем звук и ждем свою публику. Где-то она есть, где-то ее совсем мало. И вот о том, что наболело, мы сейчас вам и скажем. А мы выжимаем стро по шоссе. Из местного аэропорта мчимся по трассе А, и в городе Н остановимся у ДК. Наш зритель, наверное, экстра, а может быть, интроверт, придет на негромкий живой концерт. Супер, не гипер, не мега, а просто по мере сил мы сможем общаться и там друг у друга спросить, кто мы? Избиратели.
вершители собственных судеб, заключенные, надзиратели или правда свободные люди, менеджеры, кухарки, неформалы, футбольные фены, несколько мужчин-олигархи, остальные олигофрены. За учебу, чем воспитывать своих чад, потому их сердца по-другому стучат. И надо успеть объяснить им, пока в голосе есть высота, что в жизни важнее не мода, а красота. Мы тоже капризны по-разному, можем ныть, можем лезть на рожон. Со вчера до утра празднуем, время не бережем. Раскиданы по ролям ответчики или истцы, любовники по рабочим дням, по выходным отцы. Что я не смог играть так, как нужно тем, кому музыка просто какой-то формат. Рок-поп, старания не напрасны, звуки нон-стоп, и как всегда не ясно, что же все-таки делать и кто виноват. А песенкой под гитару попробуй-ка удиви, таких не берут на FM и TV. Кажется, глядя в экран, что время движется вспять, и мы задаемся вопросом опять. Кто мы? Избиратели, вершители собственных судеб, заключенные, надзиратели или правда свободные люди, менеджеры, кухарки, неформалы, футбольные фэны, несколько мужчин-олигархи, остальные олигофрены, издают указы монархи, соревнуются бизнесмены, а в такси возят нас полтархи и в купе носят чай дымосфены. Вячеслав Ковалев, Сергей Григорьев. Ребята, давайте попросим, знаете, о чем, ребят, чтобы независимо от того, на какой Грушинке они были, они всегда приезжали к нам на Кольский бугорок. Потому что это настоящие мастера в этом жанре. Я его называю «Песни со смыслом». Это замечательный жанр. Спасибо, ребята. Вячеслав Ковалев, Сергей Григорьев. Успехов. А теперь я передаю слово ведущему этого концерта Вячеславу Климовичу. А я, в свою очередь, добрый вечер, приглашаю на сцену жителя Кольского бугорка Игоря Станкевича, город Смоленск. Опять в ямке. Ребята, вот если бы вы знали, как тяжело выступать на таких моментах, я даже не знаю, с чего начать. Хорошо сказал. Думаю, чем закончишь. Ладно. Да.
Начну я, наверное, с песни, если можно, конечно. В прошлом году услышал песню Валерия Дудина. И случайно ее подобрал. Это был фестиваль «Гренландия». Песня замечательная. Спасибо, что вы сильно выступили. Да, еще одна есть? Спасибо. Ах, какое счастье видеть ваши глаза. Ведь сегодня происходит душ единения, фестиваля скромная, простая душа начинает свое движение. А какая радость посидеть у костра с добрыми друзьями, вдоволь наговориться и не спать, не спать, не спать, не спать до утра и не забывать ваши лица. Добрая подруга и сестренка моя, мы с тобой, мой Бог, неразделимая пара. Ты не сможешь без меня, а я без тебя, шестиструнная гитара. Ты меня спасала в самый сложный момент, а когда с тобой в разлуку был, я поклялся, ты и только ты моей души инструмент. Я никогда с тобой, сестра, не ругался. Как хорошо, что мы сегодня не в городе. Там души купаются в холоде. Там время нас подгоняет, а здесь его не хватает. Как ни печально, но это случится, и добрый-добрый фестиваль завершится. Но за эти дорогие мгновения я все дам без тени сомнения. А какой здесь воздух, а какая вода, и какие добрые, глубокие люди. Не согнут нас беды, не сломают года, если мы с любимыми будем. Вот и расставаться нам приходит пора. Этот вечер будет нам сниться. Я так люблю не спать, не спать, не спать, не спать до утра и не забывать ваши лица. Я так люблю не спать, не спать, не спать, не спать до утра и не забывать ваши лица. Как хорошо, что мы сегодня не в городе. Там души купаются в холоде. Там время нас подгоняет, а здесь его не хватает. Как ни печально, но это случится, и добрый-добрый фестиваль завершится. Но за эти золотые мгновения я все дам без тени сомнения. Я пожелаю утра доброго. Я пожелаю вам света теплого, что льется из каждой фестивальной души. Ну до чего же вы, друзья, хороши. Свет льется из каждой фестивальной души. Ну до чего же вы, друзья, хороши. Ну для чего же мы, друзья, хороши?